природу приехали. Там девчонки, шашлыки. Шашлыки. Ну, мы так ненадолго приехали, потому что ну, Надя сейчас спать захочет. Вот, загорает мужчина на речке. Сегодня очень тепло, но ветер. Поэтому кайфуем. Чали тоже со мной. Сегодня никого народа. Сегодня нет никакого праздника. Просто так взяли и приехали. Ну, тут, как всегда, в парке. Тут живая музыка в кафешке звучит. Вообще, народу, правда, до хера. Тут я, да, знаете, народу больше взрослых, чем детей. Надя, как всегда, на качелях. А я вот за коляской наблюдаю. Она там стоит с продуктами, с подгузниками. Ну, не знаю, может, не досчитаюсь бананов. Ой. Парк. Ну, у нас сегодня нереально тепло. Днем было, наверное, 28 градусов. Прям жара. Мы вот посидели. Посидели на речке, на пляжу. На пляжу лежу. И потом в 2 часа Наде спать надо было. Я поехала домой, потому что она нигде не спит, только дома. Где-то в 3 мы домой приехали. Пока собрались, в 2 начали. И вот она в 3 удрихлась. Что у меня тут стоит все дыбом? И до 5 спала. Поэтому сегодня мы, наверное, спать ляжем поздно. Вот. Будем на площадке тусоваться. А сейчас шла, девчонки только едут с речки, представляете? В 7 часов вечера, до 7 весь сидели. Нет, если бы не Надя, ну как бы Надя. Надя, конечно, но я бы тоже сидела. Мы раньше тоже сидели до 7 и до 8. Пока свет был есть. Кать, Кать. Желтее дерево. Ой. Девочку знакомую встретила. Она с России приехала недавно. Вот. Давно ее не было. Но она на 2 страны живет. Смотрите. У нас жара невероятная. Я одела вот такую вот рубашку. Но в ней жарко. Так, наверное, экскурсии какие-то приехали. Мы с Надей идем в парк. Шла, отвезла посылку, отправила, платье продала Надина. Красивое. Вот. Давай, клади. И купила сыр. Макароны на сегодня. Вчера делала. Будем сегодня их доедать. А, это гуаява. А что они... Их пособирают. Они же зеленые еще. Рассказывают, как что. Пойдем. Паутина как отлетает. Качели вон, по-моему, свободные. Надь, пойдем на качкать. Качели. Качкать. Да, пойдем качкать. У нас прям осень. Все желтеет. А мы загораем. И ветер стих. У нас такой ночью ураган был. Я специально никуда не поехала. Думаю, ветер, на море. А так бы можно было бы на море поехать. Странно. Странная погода. Утки на зимовку прилетели. Их тут прям много. Там вот сидят эти, как их, черепахи. Ну и, естественно, голуби. Голуби летят на нашей крыше. Кидай, Надь, кидай. Ну ты такой ломоть. По чуть-чуть кидай. Вот так, по чуть-чуть. Раз. На, по чуть-чуть кидай. Отламывай и кидай. Сварила компот витаминный, яблоки, брусника, это облепиха, в общем, мандарины там. А еще смотрите, что я придумала. У меня вот сиденья такие есть, стулья. И на них из Икеи подушки вот такие. Вот, кстати, их надо постирать, потому что они на улице стояли, на балконе. Я хотела сюда, это я идею увидела в интернете, когда искала вот такую штуку, думаю, вдруг подешевле где найду или еще что. И там именно вот так, вот такая штука была, тоже вот с такой доской.
Вот, и там был как матрасик такой, знаете, и дети садились и вот так катались на них. Я такая лежала, думала, шить что ли мне этот матрасик или что. Потом думаю, у меня же стулья есть икеевские, которыми мы не пользуемся. Ну, это на случай, если вдруг придут родственники, там, друзья, в общем, ну, чтобы были, да, сидеть. И они у меня на балконе стоят, закрытые, и все. Но все равно, видите, пылятся там все такое. Тут уже Надя разрисовала. И я думаю, дай-ка я их вот так сделаю. И ей так это понравилась идея. Короче, она тут катается, ляль своих катает. В общем, прикольная штука. И не врезается ей ничего. В общем, классно. В общем, голь на выдумке хитра. А я уже хотела шить. Кстати, на камере почему-то они грязнее, чем на самом деле. Ну, ничего, бывает. Постираю. Кстати, они, наверное, не снимаются чехлы. Они прям целыми стираются. Завтра постираю, когда Надя уйдет в садик. И все. Классно же. Да, Чарли? Я тут оладушки пеку. У меня никогда они не получаются. А это что-то, знаете, вроде как и получается. И ничего, вроде бы. Пышненькие. На вкус, правда, не совсем знаю. Ну, сейчас попробуем. Смотрите. Ой, через камеру, конечно, наблюдать не очень. В общем, такие, знаете, пышненькие. Кефир оставался. Думаю, куда бы его деть. Надя ест. У меня впервые в жизни получились оладушки. Если бы вы знали, сколько раз я в жизни делала. И вкусные. Вкусные, Надь, да? Знаете, обычно они надуваются, а потом так. Кудесница. Да, Надь? И еще знаете, что обычно? Соды прям отдают, а эти не отдают. Сейчас пойдем. Короче, прислали сегодня с садика. Тематика у них будет фламенко. Платья вот эти всякие, кастанеты. Эти, как хапахал-то, блин, называть. Веера. Вот. Надо купить, пойти купить вот это все. Прошмандовку. Потому что у меня нет. Ну, буду вот с таким сиропом. Сейчас кофе налила. Вкусно, Надь? В китайском куплю. И нормально. Чего только там не придумают? Ну, правильно, чтобы дети развлекались. Интересно, может, их и одевать надо по-фламенски? То я же ведь могу и одеть, а что? Надо у этой, у родственницы спросить. Она уже второй год. Еще хочешь? Она уже второй ход ходит. На. Бля, сожрала. Ой, скушала, скушала. То сейчас скажут. Вот, с детем как разговариваешь. Вырастет будет. Непонятно кто. Вкусно, да, Надь? Непонятно кто, непонятно что. Будто бы это от слов зависит. Все зависит от действий. От действий, да, Надь? От любви. Ой, мой пупсик. Моя любимая. Да, и Чарли тоже хочет, да? Оладушек. А еще, знаете, она вот сейчас поест с пылу с жару, а потом она уже их не будет. Она как истинная испанка. Еду ест, только свежеприготовленную. Вот я вчера булгур приготовила на ужин, она ее съела. Вы думаете, она сегодня будет его есть? Не будет. Чего ты сюда книжку принесла? Иди неси. Ты йогурт поела. Где вилки-то? Где вилки? Где ложки? Где поварёшки? Ладно, будем полдничать. Пойдем погуляем. У нас, как всегда, время на террасе. Надя тут нашла эти пузыри, только он что-то, наверное... У меня там коробка стоит, короб. Помните, покупала с игрушками. Так вот она его откопала.
И вот все мне игрушки сюда перетаскала. И нашла вот оно, он, видимо, вылился. Хотя дома дофига вот этих всяких пузырей. Стоит, дует. А там нет ничего. Мне прям даже ее жалко. Нету, да, Надь? Надо завтра принести. У меня даже жидкость есть такая. Жидкость просто наполнить, да и все. Ой, а я тут вот так сижу. Вот так красивей. На улице, я бы сказала, начало июня. Да, начало июня. Такая вот у нас погода. В середине ноября, да? Да. Начало июня. Пипец. И ночью же ведь тепло. Ой, ну как это, гноб. Ничего не... Надя, ты что, ушла? Надя, игрушки собирать. Она, кстати, сама их собирает. Даже вот эту горку. Я говорю, давай понесли, мы несем, вдвоем несем. А она пошла за жидкостью. Я же сказала, что жидкость внизу есть. И она пошла за жидкостью. Я офигела над тем, как она понимать все стала. Буквально за неделю она все, вот, что бы я ни сказала, она все понимает. Как так можно? От ничего не понимая, все понимает. То есть вот сказала, внизу жидкость, она уже пошла вниз. Но мне неохота туда-сюда завтра. Пришлось идти все-таки за пузырями. Иначе бы она сама пошла. Чарли пришел к нам. Давай, дуй, дуй. Пузырики летают. Дуй, дуй, дуй. Прикол. Я же эту коляску продаю. Пишет мне одна. А я 10 фоток в интернет, ну, выставила, да? Пишет. Можешь мне выслать фотки или видео? Я говорю, какие фотки ей выслать? Я ей говорю, может, она не доперла? Я говорю, нажимаешь на мое фото, и там выходит еще 10. А я ее со всех щелей пофоткала. Говорю, а видео в интернете набираешь и смотришь видео. Она пишет, купил такую же коляску, а она что-то это не работает, наверное, меня обманули, вот хотела я посмотреть. То есть она меня спрашивает, как эта коляска работает, как там, что у нее, чтобы свою там наладить. Прикол. А колеса, говорит, легко вставляются. Я вообще-то ее продаю, а не консультацию веду по сбору коляски. То есть она где-то... Пиши продавцу, который купила. Ты что у меня-то спрашиваешь? Я в ахере. Вообще. Она у кого-то купила, а я ей должна консультацию проводить. Так ты и спрашивай, у кого купила. Ой, блин. Так что везде хватает ёбиков. Долбоёбиков. Пойдем, Надь, гулять? Вообще. А я думаю, ой, сейчас я ей отошлю. Потом думаю, фотки выставим. Какие фотки? Там и так. Я ей со всех и колеса, и под колеса, и везде все сфоткала. Она в консультацию хочет. Я вообще в шоке.